Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. Ну, Нефрит, проще так сказать. Сегодня продолжаем прохождение Resident Evil Remake. HD ремастер. Ну, ремейк просто и все. Проще так сказать. Ну и не забываем, кстати, ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну, а мы поехали. Так. В темноте находятся ваши страхи. Так. Что я тут делал? Что у меня есть? Блин, инвентарь. Блин, как в сталкере уже нажимаю. Где мой инвентарь? О. Фляга пуста. А, сейвилку надо убрать. Попремся дальше. Да, эти долгие загрузки дверей. Так. Что я делал-то вообще? Куда я шел? Так, надо попробовать взять бензина, керосина. Вообще ничего не понимаю. Не помню, где уже я был. Не осталось ни капли. Бля. Печаль, беда. Так, как я помню, я еще камушек не забрал. Надо сходить камушек забрать. Или, блядь, я уже его забрал. Так, тут я был точно, у этого зомбака вспомнил. А, музыка. Ностальгия, блин. Все не на радость, то, что перелепил музыку, которая в ремейке оригинальная. Я все-таки говорю, вставил-то эту классическую, и мне, блин, приятно. Все эти звуки. А нет, смотрите-ка, я уже забрал. Я уже все забрал, блин. Где тогда я не был? Полюбасу к Форесту надо. Да, и как я понял, кое-кто хочет все-таки увидеть, чтобы Форест ожил. А, кстати, ребят, как вы помните, собака здесь, когда мы открываем, высовывает морду. Сейчас же будет все по-другому. Как вы видели, собачка здесь появилась. Выпрыгнула, если второй раз открыть. Слишком опасно открывать. Ну да. Да нахуй собаки не оживают, их сжигать не надо. Так. К Форесту-то мне даст доступ этот ключ? Ага. Отлично. Ну и отлично. Как вы помните, по предыдущих частях в стандартной игре Форест не оживает. Да блин, что я не могу взять обойму, эту страну. В стандартном, да, и в тренировочном, ну, в обычном рейде Форест не оживает. Налетают вороны тупо. А в измененной версии Форест как раз-то вот и оживает. Можем взять гранатомет. Форест испустил дух. Похоже, он мертв уже некоторое время.
Ну вот, если, ребят, мы сейчас туда пойдем, то Форест как раз и оживет. Но мы возьмем травку. Ох, как он быстро-то чешет. Он кончился. Мы убили. Еще хотел сказать, ребят, есть такое, если проходишь игру, не помню на какое, время, на какой уровень, сложно вспомнить, на время даже, короче, если проходишь игру, не помню, что там, как надо пройти именно, то будет взрывоопасный форест, будет, короче, форест шататься по всему особняку и доставлять кучу неудобств, потому что, как говорится, здесь листовое растение. Кто-то использовал скамейку вместо подставки. А, короче, это. Че? А, будет считаться, и он будет вешен гранатами. Выстрелив него, подыхаете сразу же. Поэтому надо будет бегать от Фореста. Это будет очень неприятно, потому что еще по особняку, как вы знаете, будут считаться и зомбаки. И эти, как они, хантеры, ну это уже позже. Я спойлерю, я не спорю. Я еще тот спойлер. Я вначале сейчас пойду кое-что заберу здесь. Тут загадка посложнее. По сравнению с тем, что было, тут просто надо было в первой части в оригинале задвинуть. Дырки были бы в полу. И их надо было статуями задвинуть. Горе тем, кто нарушит мой сон. Здесь кнопка. Нет, мы ее нажимать не будем, нахер. В этом углублении что-то есть. Решетка не дает до него добраться. Так, вот сейчас бы вспомнить, какой из них первый двигал. По-моему, вот этот первый двигал. Потом вот этот. Щит и меч. Потом, по-моему, вот этот. Все верно. Сейчас мы этого задвинем, и задвинется меч. Щитом закроем. Вот. Теперь можно и нажимать на кнопку. Та-дам. Загадочная шкатулка. Мы хотим взять шкатулка. Да, мы хотим взять шкатулка. Изучить. Здесь есть углубление в форме солнца и луны. Надпись гласит: рассвет пробудит меня. Короче, надо рассвет создать. Вот эти штучки нажать. Епс. Епс. Вот у нас одна из масок появилась. Без носа и рта. Так, сейчас мы пойдем выложим излишки. Хотя пробуем ключом открыть. Если получится, если он не исчезнет, то это печально. Нет, он не исчезнет, значит, блядь, он еще где-то нужен. А, я понял, где он еще нужен. Сходить сюда, по-моему. Так, и сейчас мы еще пойдем выложим маску.
которая нам нахрен не нужна в данный момент. О, тут надпись. Я оставил немного припасов в комнате справа. Не стесняйся использовать их, дабы не попасть в беду, Берри. Так, с керосином попробуем сразу налить. Осталось совсем немного керосина. Наполнить фляжку, да. Ну, там, блядь, наверное, тоже один. Да, ёпсты. Вот это он немножко припасов-то оставил. Берри-то щедрый. А за Криса, когда играешь, так это пипец, на. Оставит он тут Вескер. С Гулькин хер. А еще на измененном, так это вообще там. Одна обойма для ствола и одна для дробаша. Кто играл, тот понимает меня. Кстати, интересно, там забаг считается, как в первой части было. Нет, нет. Это просто след зайти. Как мы поняли, дверь вела ко второй змее. Вот тут травка растет. А вот этот камин. Вот куда надо было эту поставить, которая выгонит картонку. Вот здесь бы мне бы проявилась бы карта второго этажа, которую, как мы видим, сейчас. Вот это эмблема шлема. Я бы мог, конечно, ребята, сделать пропуск к двери еще, но... Все-таки как в оригинале, лучше так. Так бы пропуск дверей бы спокойно не было, потому что здесь не так влияет, как раньше-то было. Это для чего сделано? Чтобы подгружалась локация. На Соньке-то это было так сделано. Ну и, конечно, ждет сражение. Что же ждет за следующей дверью? Так, вот эту штуку можно брать. В ней будет спрей. Открывать ее там тоже легко, вот эту шпиндель нажать и все. Но я брать не буду, у меня спрей я не буду использовать, потому что тут ничего нет. Потому что, ребят, кто знает, что когда проходишь игру, если хочешь ее пройти еще на хороший уровень, на ранг конкретнее, да, то спрей нельзя использовать, потому что не понижает ранг. Блять, эту мышку использовал. А куда же тот ключ-то еще? О, Бори. Боря. Джилл. Берри, я не хотела тебя напугать. Ну да. Почитай вот это. Завещание ученого. Письмо сложено вовнутрь, верхняя часть письма оторвана. Остальную часть можно разобрать. Альма, я пытался выжить лишь для того, чтобы вновь увидеть тебя. Но мои усилия только отсрочили неизбежно. Я заражен, и нет никакого лекарства от того, что последует потом. Излечение наступит лишь с приходом смерти, прежде чем я потеряю все, что отличает меня от них. Я безумно тебя люблю. В течение часа я засну спокойным и вечным сном. Пожалуйста, пойми и знай, мне очень жаль. Мартин Крэхорн. Что думаешь? Ну, кажется, мы были правы по поводу странностей этого особняка. Это еще мягко сказано. А где оторванная страница? Что ж, могу предположить, что на ней было что-то важное. И кто-то не хотел, чтобы это прочли. Давай продолжим расследование.
Я все забываю сабы отключить. Ну и да, ребят, кто тоже помнит, в оригинальном резе нам пришлось бы тут спускать воду и двигать этот аквариум. Тут же все по-другому. Хотите взять рыболовный крючок? Так, нам нужно сейчас приманку. Чем взять? Нет, там образец пчелы. Мне надо не настоящую. Вот она. Крючок для приманки. Крючок для приманки. Зашибись. Крылья различных насекомых. Под ней кнопки нет. Ничего не нажимаем мы пока. Нам сейчас надо скомбинировать. Вот, чтобы так получилось. Теперь взять обычную пчелу. Сюда поместить приманку. А сюда поместить пчелку. Теперь нажимай на кнопку. Ну, вот пчелка жила. Только это оса, здесь шершень даже. Еще больше шершень. Нахер вас, шершни. Я его не вижу, чтоб... О, раздавил. Едем дальше. Может сделать мега травку. Помню, как я на среднем в эту игру играл. Ух, тут вообще огонь становится, как реально. На этом, как в измененной игре, ну, как в первой части измененной игры, то же самое становится вообще хардкорно. А когда она полная, на самом сложном, просто нереально выжить. Ножей этих нету, патронов вообще почти нигде нет. Просто бегаешь, тупо выживаешь. И от зомбаков здесь сложнее убегать, в таких вот особенно проемах. Замкнутых. Поэтому вообще печаль, беда, ребят. Ричард! Что случилось? Ты ранен? Это место просто бойня. Тут бродит чудовище. Что тебя ранило? Большая змея. И кажется, ядовитая. Ядовитая? Ричард, держись! Принеси мне сыворотку. Я видел, где она, но не взял с собой. Я пойду и принесу ее, хорошо? Ты справишься. Спасибо. Ну вот, бежим за сывороткой. Ну, мы-то знаем уже, куда бежать. А новичку-то, особенно первый раз. Я помню, как-то в оригинальном резе оставлял эту сыворотку просто тупо. Бегал, чтобы Ричард сдох. Блин, надо было здесь спускаться. Да, нет, хотя, все правильно, да. Делал, чтобы Ричард сдох. Да, это печально, конечно, но... А здесь, кстати, зомбака сжигал, не помните? Я тоже вот не помню. Значит, сжигал. И Ричард вздыхал, и у меня, короче, осталась сыворотка, когда у меня змея покусала. Я тупо использовал эту сыворотку. Здесь я вроде бы всех зомбаков сжигал.
царем. Сэром. Бежим к Ричарду обратно. Ибо, конечно же, лучше всех спасти. Тут правильно, что все выжили. Ну, не все выжили. Тут, конечно, кто-то не выживет. Кто-то выживет. Но насчет Ричарда я ничего говорить не буду. Вы сами все увидите. А так, блядь, мне особняк-то вообще нравится. По сравнению с классическим резом, ух, как дело. Шикардосно. Но жалко то, что это... Не жалко, а усложнили, да. Побегать-то, ох-ох-ох, как приходится по особняку. Много всего нового добавлено. Все, Ричард. Я здесь, Ричард. Я сделаю тебе укол. Держись. Джилл, вот моя рация. Возьми ее. Я... А без боли никак? Я в порядке. Остальные... Патроны вот у него не забрать. Так, сука, надо сжечь. К херам. Эмблема щита. The Shield. Seth Rollins, Dean Ambrose and Roman Reigns. Кто знает, тот поймет, почему я так сказал. Сколько у меня патронов-то? Шикарно, шикарно. Да, я понял, куда это. Это туда, где пианино. Вот где ключ мы потеряем. На полках стоят бокалы. Нахер! Сука, укусил меня. Да беги ты, Джилл. Он готов. Ну, у меня повреждения есть небольшие. Ну, ничего страшного. Еще один кусок нот. Все-таки красиво так прорисованы. Его мы сжигать не будем, потому что мы сюда уже больше не пойдем. Пускай она и дальше тут валяется. Если он кримсоном станет, вообще пофиг. Да. Аптечку мне не юзнуть.
перезаряжаться, да, тут удобно хоть. По сравнению с обычным резом. В меню заходить, там перезаряжать. Либо выстрелить все патроны. Так, что я сюда побежал? Ну, да, здесь пройду. Заберу все и пойду к пианино. Я же к воронам еще не ходил. Точно, вот где еще не был, на первом этаже-то. Я ж туда не ходил. Надо было здесь идти по... Ой, я затупил. Надо было там идти проще. Ладно. К этой двери так лично не подходит. Эмблема шлема. Здесь не будет Пыхтелыча, который на стену так любила. Потому что ему голову снесли мы вроде бы. Керосинчик сходим возьмем здесь, где собаки. Там точно там же тоже керосин есть. То я слышу, в окна уже ломится. Ах ты ж, сука. Да, ну хоть какой не потратила. Фу, потому что у меня был ножик. Клинок, а вот обычным ножом она так не умеет. Сейчас попробуем этих всех сжечь, если получится, конечно, одним залпом. Все сгорели, надеюсь. Да, я всех победил одним поджигом. Круто. Теперь надо последние капельки фляги во флягу забрать. Последние остаточки. Вот так вот. Значит, меньше половины. Ну ладно, еще то значит есть. Еще на два раза. Супер досно. Мы сегодня компотиком балуемся. Я точно говорю, всех четырех зомбаков одним залпом. Супер.
наверное. О, он в Кримсона мутировал, я же говорю. Ну ты ёптель. Сука. Вот так вот. Оставляй кого-нибудь тут живых. Сожрём нахрен. Пойдемте на всякий пожарный еще заберем. Это. В керосине. Керосинку. Там как раз, наверное, на один раз. Или на два. Похрен, пусть будет всегда. Вот одного зомбака не сожгли, и сами уже видим, что стало. Кримсонхеды, они не очень приятные. Ну, вот там еще. На один раз. На одну каплю. Фух. Тяжеловато, тяжеловато. Ну, хотя, не так тяжело. Первый раз это, когда проходил, это было вообще жесть. Когда все это заново, как говорится. После первой части, особенно когда ты весь запутанный, вот это был трындец. Когда даже не помнишь, где что лежит. Но он больше не нужен, да, выбросить его. Ура. У нас минус один ключ. А зачем тогда травку жрал? Так, черт. Травок и так мне хватает по всему особняку. Надо посмотреть. Тут не жизнь и смерть надо показать. От начала до конца жизни. Тут вот. Лиза, оберегаемая духами трех. Вот она, Лиза, как выглядела. Красивая такая, симпатичная девушка. Ну, я спойлернул опять. Лиза потом увидит это чудовище. Изображение женщины с браслетом, ожерельем и короной. Диадема, не корона. Ладно. Зеленая, фиолетовая, оранжевая. Нет, я ничего не нажимать не буду. Так. С браслетом. Браслет оранжевый у нас. Женя стала зеленой. Зеленым, теперь хоп. Шейник герой стала белым. Вот, теперь снова бежим. О, уже стало оранжевым. Все. То, что нам нужно. Шейник красным витражем. Нам. Стало фиолетовым. Сожалели. А, ну да, все отлично. Больше ничего не надо нажимать здесь. Оно фиолетовое, как оно. Сейчас осталось диадема. Диадему надо нажать вот специально, по-моему, с той стороны. Чтобы было тоже с первого раза. Нет. Так же, значит, надо. Короне. Блин, стало белым, да господи. Вот так и бегай. Все, оно зеленое. Ура! Давайте нажмем кнопку. Откроем здесь дверь, чтоб
потом можно было запрещать. Все. Теперь бежим в другое место. Фух. Теперь нам надо взять нотную доску эту. Тоже можно выложить. Нам тоже больше не нужен. Вот и все. Пускай мне надо изучить. Закончим мелодию лунной сонаты. Сейчас мы пойдем играть лунную сонату. Бежим, бежим. Можно же было сократить. Там ручку сломать, можно сломать. Ну да пофиг, можно было сократить. Через кладбище-то выйти. Вот здесь сразу же. Чтоб не париться-то. Здесь мы вышли, да и все. Ну ладно. Забываю все я. Ребята, вы видите, я стараюсь проходить, не сохраняясь. Ой, надо же было еще шлем это взять. Да ёб твою медь. Как я забыл-то, а? Щит-то этот герб. Пробежал его сразу же тут. Забыл, забыл, забыл. Заговорился, ребят. Нам надо. Блин, не туда. Обожаю эту мелодию.
еще лежит. Дневник Тревора. С тех пор, как я прибыл в особняк, прошло 11 дней. Как я мог закончить вот так? Парень в лабораторном халате пришел с тарелкой скудной еды и сказал: «Мне жаль, что так получилось, но это из соображений безопасности. После он ударил меня, теперь все обретает смысл. На свете есть лишь два человека, знающих о секретах особняка, сэр Спенсер и я. И если меня убьют, сэр Спенсер станет единственным обладателем этого знания. Но зачем? Уже не важно, здесь слишком опасно. Моя семья, надеюсь, с ними все хорошо. Я решил бежать. Джессика, Лиза и я молюсь за вашу безопасность». Как я мог быть таким неаккуратным? Я потерял подарок Джессики на мой день рождения, мою любимую зажигалку. Теперь выбраться из этого темного места будет сложнее. 13 ноября. Дата, когда решилась моя судьба. За 3 дня до этого моя тетя была госпитализирована. Джессика и Лиза говорят, что собираются навестить ее. Жаль, что я не могу быть рядом с ними. Но подождите, даже когда я пишу, ко мне возвращается моя память. Перед тем, как потерять сознание, я помню, что парень в халате сказал, что что-то похожее на, скорее всего, ваша семья уже, я молюсь за их безопасность. Мне каким-то чудом удалось выбраться из этой комнаты, но покинуть особняк будет нелегко. Мне нужно преодолеть все ловушки и загадки. Глаза тигра, золотая эмблема. Я должен должен вспомнить все ради своего же блага. Да. Вот она, подсказка висит, ребят. Картина. Изображение двух рыцарей, атакующих друг друга. Короткий меч пронзил грудь одного рыцаря, тогда как длинный меч пронзил голову второго. Поэтому нам надо щит, броню, кольчугу, броню, наверное, латы, да, и шлем выставить. Большая, так все и стоит. А нет, надо. Сейчас надо подвинуть только одну. Вот. И еще раз. Еще одну большую. Готово. Получили ключ от последней недостающей нас двери, которую мы не смогли открыть. Ну, конкретнее, который только ключ от этой подходит. Две других двери откроются другим ключом. Ну да, побежим сейчас мы к сохранению, к Safe Room. Бежим.
Так что, ребята, осторожнее, когда вы будете первый раз проходить с этой дверью. Три раза ее откроете, крючка сломается. Ну, вот с этой стороны, если вы откроете, вот с этой, вот с этой, вот с этой. Крючка сломается. Придется вам все оббегать. Так что старайтесь как-то вот проходить, комбинировав. Ну, как я, видите, это делаю. А, я тоже могу опять через клавишу прибежать, сократить. Но опять забыл. Это я могу выложить пока. Ну и всем, ребят, сегодня спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрай 387, с вами был Нев. Не забываем ставить любой, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии по данным видео. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock!